Вот мы подошли к зарядью, к парящему мосту, мосту. Вот это и есть парящий мост. Видите, он идет как бы двумя лучами справа и слева и соединяется там в один строительный такой сооружение. Вот, видите, вот здесь люди заходят и справа заходят. Но сейчас солнца маловато. Не очень, видимо, картинка получится. Но факт то, что это... То, что вот это вот и есть парящий мост. Там слева мы видим Сталинку на набережной. Вот. Ну, там кораблик плывет. Все традиционно красиво. Но летний период, ну, я бы не сказал летний, совсем уж период, весна, вот. Тут вот цветет вишня, вишня такая невысокая, она вишня карликовая, вот. Опять мост, парящий мост на заряде, и вот здесь вот декоративная вишня, видите, какой куст красивый. Вот, бледно-сиренево-фиолетовый. Красивый куст. А вот это вот ночью подсвечивается. А это карликовая туя. Вот. Вон там внизу фонтанчик. Видите, как бы мелкий-мелкий такой вырывается из воды. Сделан маленький пруд. Вот. Здесь тоже карликовые вишни. Вот. Ну и вот сейчас мы с правой стороны парящего моста заходим на него. И вот идем по деревянному полу, деревянное покрытие этого моста. Ну, конечно, света мало, тускловато к вечеру. Вот. Солнце спину светит. Там внизу ландшафт красивый сделан. Вот такие голубые цветочки. Сейчас мы движемся по мосту. Люди сидят, развлекаются. Вот. Смотрят, естественно, по сторонам, потому что мост завораживает. Вот. Справа здесь, видите, стекло такое толстое, четыре слоя, а слева здесь скамеечки, можно посидеть, поговорить, обменяться мнениями, впечатлениями и сфотографироваться. Вот сколько со стреловидной части моста идет. Если сверху посмотреть, этот мост похож на букву L. Вот L. Внизу транспорт движется, видите, люди с работы едут, время 7 час. Вот, там дальше Кремль. Вот. Здесь тепловая электростанция. Она еще работает, действует. Вот. Видите, она так грозно пар спускает, турбина шумит. Вот. Вон там маленькие спасательные катера стоят для того, чтобы оказать людям первую помощь и в то же время кататься. Вот. Ну, двигаемся дальше. И здесь вот как раз большое скопление людей. Вот. Сейчас мы дойдем до самой верхней точки этого парящего моста. Вот. Вот доходим. Вот люди здесь стоят, фотографируются. И вот самая верхняя точка парящего моста. Вот видите, толщина стекол. Вот. Здесь стекла как бы расходятся, тут поломано немножко, но бывает, сделают. Конечно, кто-то пытался наклоняться. Вот. Вот так вот смотрится этот парящий мост. На правую сторону реки, Москвы-реки, и на левую сторону. А там Сталинка на Котельнической набережной.
Вот она так смотрится. Здесь мост выходит, вот этот парящий мост, он выходит до середины реки Москвы. Почему парящий? Да потому что он не переносится своей второй частью на другой берег. Поэтому и парящий. Он как бы над водой остается. Поэтому мы назвали его парящим мостом. Здание на Котельнической набережной, Сталинка знаменитая. Вот она стоит. Вот красивое здание, монументальное. И теперь мы с правого луча буквы L, если посмотреть, мы переходим. Вот. И вон тоже движение транспорта мы видим. Речку Москву. И там расходящиеся швы стекол. Видимо, все-таки с течением времени будут нуждаться в ремонте. И здесь с левой стороны, видите, скамеечки, и люди сидят. Вот. Там фестивальное помещение. Там проводятся различные мероприятия и показ новых фильмов. Вот это вот и есть Зарядье. Зарядье, Парящий мост, Москва, Кремль. Вот. И все это было на месте гостиницы «Россия». «Россия» гостиницы снесли и сделали вот такой парящий мост. Вот присяду на скамеечку. Тут, видимо, дождик шел. Видно, у меня взгляд на Котельническую набережную. Там как раз вот ходят самоходные пароходы, значит, кораблики по Москве реке, речные кораблики, вон они двигаются, возят туристов. И знаете, почему называется Зарядье? Ответ прост. Потому что здесь, на этом месте, давным-давно были ряды рынка. Здесь был рынок. А за рынком были еще ряды. И почему и говорится, за рядами от рынка, за рядье. Вот название вот этого места. Зарядье. Ну, конечно, Москва всегда удивляет своей красотой и своей помпезностью и пышностью. Все это можно долго любоваться, смотреть. Мне нравится здесь рассматривать и ездить, получать массу положительных эмоций, впечатлений. Ну и желаю вам здоровья. Тут на корабль агитирует на экскурсию. Еще раз повторяю, желаю вам здоровья. Всего доброго, уважаемые подписчики. Встретимся вновь на моем канале. Репортаж вел с моста Зарядье, с парящего моста Зарядье. До свидания.